Аграрии области завершают уборочную кампанию. Из зерновых в полях остались незначительные площади кукурузы, нута, проса и гречихи. Несмотря на засуху, регион полностью обеспечил себя продовольственным зерном и семенным материалом. Валовой сбор хлеба в этом сезоне составил 1 миллион 650 тысяч тонн зерна. Под урожай будущего года засеяно более 400 тысяч гектаров озимых культур. Специализированные предприятия продолжают уборку овощей и картофеля. По данным областного Минсельхоза, сейчас собрано свыше 14 тысяч тонн второго хлеба. Картофеля, овощей – более 18 тысяч тонн.